Друзья, в сегодняшнем видео я вам расскажу, почему у вас не получается создать учетную запись на БУ-устройстве и, конечно же, найду для вас решение. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Смотрите, друзья, ситуация проста. Если вы заходите, пытаясь создать учетную запись, и у вас выбивает ошибку, там не удалось активировать учетную запись, там еще какие-то могут быть. Это всего лишь причина одна, потому что на одном Apple устройстве, то ли это iPhone, то ли это iPad будет, или Mac, MacBook и так далее, всего дается возможность 3 создания учетной записи. Да, вы можете зайти через браузер, создать учетную запись, но по факту вы ее не активировали. Активируется она на устройстве. То есть вы, когда заходите и пытаетесь создать, и уже ранее было 3 раза создано на этом устройстве, у вас ничего не получится. Но ввести уже существующую вы сможете. То есть вы берете другого человека телефон, естественно, он делает резервную копию, сбрасывает настройки, выходит, вы создаете там свою учетную запись, активировали, вышли на рабочий стол, все, она у вас есть, выходите, человек обратно вводит свои данные, заходит опять же со своей резервной копией, чтобы данные не потерять, ну а вы уже вашу существующую, которую создали, вводите в устройство, то есть создать не получится, а вот именно зайти уже существующий, неограниченное количество. Вот в принципе и решение, поэтому не паникуйте, найдите просто человека, который вам позволит это сделать, сделайте, опять же повторяюсь, на iPhone, на iPad, на Mac, MacBook, неважно, на любом Apple устройстве. Все, и вы это сделаете, может даже iPod Touch, не имеет значения. Вот и все, решение. Если я вам помог, подпишитесь на канал, прожмите колокольчик и оставьте позитивные комментарии. Наверняйте в описании под видео, есть полезные ссылки и телеграм-канал мой для заработка. Вот как-то так.